Перед нами где-то. У тебя? Как будто да. Откуда, блин? Это бот. Вот откуда. О, убивают ботов. У нас тут. Пошел дальше. Вышки это. Вижу. Дерево, елка перед лэпом. Двое. Один ближе у дороги. У меня прям за дорогой. Угу. Там слышу его. Ходит у меня. Слышу, бегает. Побежал в твою сторону. Угу. Ботов отстреливает еще. Блин, какая же отдача сильная. Тебе. Это он мне кинул? Да. Он здесь в кустах. За дорогой сразу справа. Патроны закидывает, слышишь? Да. Про меня, походу, не знает. Этот шумлю максимально. Бегает, бегает. К тебе пошел за забором там. Угу. Минус один. Второй дальше был лэпа. Спина! Спину закрою. В доме тут у нас. Замер. Крадется. Скорее всего, чевок. Бил? Пойду того смотреть, второго. Угу. Может, он пошел обходить? Может быть, может, убежал. Может, сидит в кустах.
КМ какой-то страшненький, конечно. Мог это его друг обойти туда, интересно? Фиг знает. Это за забором, да, здесь? Кажется, вижу его. За деревом там сидит, чуть подальше. Убил. Чё? Это бот. Если вдалеке слева направо, это бот. Блять, вот жулики. Сейчас я чекну и полутаешь. Я уже лутаю. А, вот, ну, я его и видел. Вот здесь, где я стою, да, у лэпа, за деревом. Ну, дерево там какое-то. Ставил. Давай, давай. Контейнер. О, фалыч у него загрейженный, как прям в Таркове. Ой, не надо, бот. Ботик, не надо. Понял, что у него голограф без прицела. А, он забагованный. Так вот же фал, фул авто. Чего вы говорите, что он одиночками стреляет? Пятый класс брони. Я его и видел. Каску с забралом заберешь? Да. Подходи сюда. Кстати, у чела 80-й патрон, это, наверное, хороший патрон, да? Фиолетовый, как минимум, мне кажется, он должен быть. 80-й. Просто исчез. Сейчас выйдет у нас в упоре. Не хотел я стрелять. Я бы убил его. Ходит перед нами 340 и 310. ЧВК минус. Еще кого-то слышал? Да как будто бы двое было, хрен знает. Массинист пошел лутаться. У меня вопрос. С какой игры он пришел сюда? Сейчас открываем, это Манька Трямс прям. Хемуль? Ты же... Ты чё тут делаешь, Хемулю, блин? Ты чё тут забыл? Чё стреляешь по мне? Подписчик называется, блин. Видно кого-то? Не, я патрон докидываю. Что такое? Вот в доме где, за контами слева. То ли вспышки, то ли тени так сыграли.
Да, да, ходит там. Эй, тут нельзя перелезть? А, так. Группа на пороге. Где он тут спрятался? В доме, может, внутри. Ага, перезарядился внутри, походу. Или за домом. Убил? Три все-таки. За домом был. О, по мне, по мне! А где он, блядь? Тоже не знаю. Вижу. Убил его, кажись. Наверху там сидел, что за мешками? Там делали. Пролом в заборе. Может, и не убил, не знаю. Если в текстурку там куда-нибудь регнуло. Слева подхожу. Походу нельзя у меня залезть. Убил, убил его. Ты кого кемпишь, сынок, прям? Ух, спасибо, каски на самом деле. Так. М24 взять. Да я вот думаю, наверное, взять. Сейчас, если мы пойдем на вторую карту. Она типа какая-то лесная должна быть, Гид говорит. Опыта много. Наверное, возьму 24-ку, заодно там и посмотрим, как реализовано. Пойду схожу. Еще какого-то чевака подстрелил. Еще два трупа чевака. Ну еще дрались вроде между собой. Три секунды срабатывает. Что эта игра странно влияет на мой компьютер, блин. Он где-то на 260. Здесь боты у нас все еще стоят. Ну, то есть за этой локой. Угу. Хотя вот внутри кто-то бегает уже как будто. Бот вышел сзади. Скорее всего, боты стоят тут. Два типа внутри.
Очень сильные продамаженные. Обойти, может, по правой мне? Нет, просто иди за мной. Фига, дым кинули? Или что это такое, блин? Раненый очень сильно один. Наверху бегает по крыше, походу. Там второй этаж. Один слева был. Я зашел внутрь. Один минус. Китить он залез тут. Иду на второй. Погоди, не спеши. Ходит, да, там же еще, Оля? Я не понимаю. Звук. Дай-ка я сейчас замру. Да, на втором, по-моему. Да, надо мной. Подожди секундочку. Хилится, хилится, надо мной. У меня подъем. Да он, мне кажется, дальше. Ну что, двое? Фиг знает, одного слышу. Вот ходит сейчас, где он? Это бот пришел. Да, бот смотрит наверх, но он смотрит прям далеко наверх. Это прям не над тобой, это дальше там комнатка есть. Тогда я поднимаюсь себя. Там вот дальше, короче, вправо. Лежит, лежит, лежит. Там следующая комната лежит, правый угол. Ближний к нам, смотри. Граната? Это яд, что ли, он сейчас, кидает, сейчас. Или что это? Здесь выход на улицу. Бот? Да-да. Мне бы руку подшить. Он надо мной. Да, там выход на крышу, он может с крыши спрыгнуть в любой момент. Может отойти его с расстояния, попробовать посмотреть. Хит. Убил? Не, не убил, не убил. Чё кинул яд? Ты чё, блядь, там? Каустик? Ты бегаешь? Я, да, замер. Хилится, по-моему, на втором. А можно в этот яд-то вообще заходить, чат? О, здесь яд прошел, здесь, который внутри был. Кто-то по улице еще бежит. Убил ты? По улице аккуратно. Все, чисто. Идите. Сшивайся. А он сам в противогазе, ты прикинь? Вот ты что, набрал его, блин. Ага. Тут жулики умные какие. Вот жулики, пипец, тут какие жулики, бля. В натуре жулики. Мосинка с глушителем, все дела. Мосинка 20 тысяч стоит, а калаш 25. Этот автомат с газировкой от меня залез, спрятался. Вот сюда нам надо. Пройдемся отсюда, наверное. Здесь сейчас типы могут быть.
Он выше, что ли, бегает? Двое? А, он в доме, в квестовом. Ёптать, она коряво падает, сучка. Что есть? Есть. Сюда. Курябчики. Не, фал реально хорошая вещь. Неплохой ган. Я доверяю игре, буду зашиваться. Я думаю, я услышу кого-то, кто-то если будет ко мне подходить. Интересная Зеро. Интересный опыт. Но есть свои приколы. Вот, типа таких, видишь, предметов. Вот сова какая-то, типа 3000 стоит. То есть вот я убил типа, все, что ценно с него собрал, я калаш и разгрузку. А тут просто плюшевая сова стоит уже 3000. Ну, типа, грубо говоря, понимаешь? Вот на таких деньгах и, ну, собственно, как и в Таркове, зарабатывать. О, УЗИК. А УЗИК интересный ган? $30,000 так-то стоит. За патрон Дум. Дум-Дум Эммо. Это же рипы. Тут рипы работают, кстати, если по ногам стрелять. А Пшки идти нормально заряжен чел. Так, ну что, синий шприц тогда хаваем, да? И красный тогда на стамину, раз уж нам челик принес. Блять, серьезно? Я решил чатик почитать. 24-й уровень меня убил, ни хрена себе. А где ты был?
Не, ну это слишком резко. Нельзя к такому привыкать, иначе потом в других играх... Вы чё, сынки? И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.